Приветствую вас на канале Hard Reset Info. Сегодня я вам покажу, как на устройстве Insta360 включить и выключить звуковые оповещения. Для этого включаем устройство, опускаем верхнюю панельку, переходим в настройки, затем переходим в основные и затем в раздел Prompt Sound. И выбрав Off, мы можем его выключить. Проверить это мы можем по... Если заблокируем устройство, то оно издает звук. Как вы слышите, теперь не издает. С включенным. Издает. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.